первый тайм мы начали неплохо, а потом было удаление команды Тернополя. И после удаления мы чуть-чуть расслабились. Вторая половина первого тайма была за Тернополем, но мы убили инициативу. Сыграла, наверное, роль второго удаления у Тернополя. Наверное, задели преимущество, создавали замены и забили три мяча. За что я очень-очень благодарен ребятам. Если так в целом взять, мы знали, что Тернополь два года дома не проигрывали. Мы серьезно настраивались, начали готовились, просматривали соперника. Даже играя в меньшинстве, Тернополь сражался, команда хорошая, хороша бойцовским духом, такие бойцы. Поэтому тем приятнее по войне победа на этой команде, на хорошем состоянии. Питание, пожалуйста.